Всем привет, ребята! Вы на канале Санишки играем вместе. С вами папа Санишки, и сегодня мы продолжаем играть в игру Anime Fighters. Ребята, сегодняшнее мое видео будет посвящено крафтингу. Ребята, крафтинг — это создание внутриигровых предметов, ну то есть создание предметов внутри игры. И в данном случае, ребята, это крафтинг вашего бойца. То есть для крафтинга вам потребуется несколько предметов, смешивая которых, которые вы получите какой-то новый предмет. Вот, ребята, смотрите, что нужно сделать. Это первая локация, самая первая наша локация. А для того, чтобы здесь скрафтить нового бойца, нам нужно три мифика. Давайте посмотрим, вот они, три мифика. И нужно 5 вот таких желтых осколков. Ребята, эти осколки вы можете приобрести у торговца. Вот они за 149 рублей. За 149, точнее, робаксов, ребята. Вот. И давайте попробуем скрафтить. У меня есть, как вы знаете, мифик. Penny the One. То есть это получается Пенни первый. Первый Пенни. Вот у меня как раз три таких мифика. Я выбил их на первой локации. Вот отсюда. Значит, вот отсюда точнее. Вот как вы видите, они у меня тут открыты. Тут шанс на выбивание 0,028 тысячных. Давайте, ребята, проверим, а вы не забудьте подписаться. Так, нажимаете. Нажимаем. Так, разблокируйте. Разблокируйте сначала ваших бойцов. Так, ребята, нужно разблокировать. Unlock нажимаем. Unlock. Unlock. То есть наши бойцы, вы можете их блокировать, блочить, чтобы случайно не во фьюзе их не смешать, либо не удалить, либо еще что-то не сделать. То есть стоит, ребята, стоит блок. Так, 2 из 3. А что такое еще? Я, получается, не разлочил. Так. Да, ребята, я не разлочил еще одного бойца. Все, 3 мои мифика поступают в этот аппарат для крафтинга. То есть крафтинг — это, ребята, как ремесло, создание или ремесло от английского. То есть мы будем сейчас делать создание нового, ну не предмета, а нового какого-то бойца. Вот посмотрите, он под вопросиком. Результат нам еще тут не ясен. Ну, давайте, ребята, попробуем все-таки сделать. Кстати, кристаллы, я так понял, вы можете добывать из рейда, но я, ребята, еще про рейд ролик не записал. Наверное, впереди еще запишу про рейд ролики, про получение от этих кристаллов. Так, давайте скрафтим и посмотрим. Так, перед этим давайте узнаем, какие у меня 65 уровень. 66 уровень, 65 и 66. Я их прокачивал с самого первого уровня. Я их докачивал до 65-го, 66-го. Так, и у них дамаг 79 тысяч. Давайте это запомним и узнаем, что будет потом. Так, крафтим. Посмотрите, как красиво пошла машина, пошел дым. Прикольно, ребят. Вентилятор, охлаждение. Так. Ультимейт Хека скрафтил. Санишка скрафтила, написано. Так, Ультимейт Хека. 65 уровень. Дамаг у нас получился 100к. Ну, скажем так, наверное, не слишком, да, супер мощно. То есть уровень остался, в принципе, тот же. Но дамаг у нас значительно увеличился. И также у нас получился вот этот ультимейт, какой-то особый
особый боец. Вот, вы видите? То есть здесь... Здесь я уже сделал крафт. На этой локации я уже крафт сделал. То есть мои мифики... Соответственно, пропали. Вместо трех мификов я получил вот такого вот замечательного бойца. Ну, надеюсь, что не впустую, ребята, я потратил своих мификов. Честно говоря, я их прокачивал, потом забросил это дело, потому что бойцы с новых локаций, они все мощнее и мощнее. Вот посмотрите, 600, например, дамага 600к. А вот у меня этот какой-то тоже шайни боец, да, 950к, представляете, я выбил его. То есть это вообще, конечно, супер. И вот представьте, сколько мне теперь прокачивать этого мифика или прокачивать этого ультимейта до такого уровня. Наверное, это, конечно, очень долго будет. Но, тем не менее, ребята, вот такая вот история с этим крафтингом. Она имеет место быть. То есть на следующей локации... Давайте посмотрим. На следующей локации у нас уже другой аппарат. Здесь, соответственно, другие мифики сюда погружаются. Здесь другие осколки тут в виде каких-то огонечков. То есть здесь также вы можете крафтить ваших бойцов, новых бойцов. Ну и чем выше уровень, тем, естественно, выше... Так, где тут машина? Давайте посмотрим. Соответственно, здесь все то же самое, только немножечко отличаются осколки. Ну что ж, а вам, ребята, если понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, нажмите на колокольчик, и всем пока!